От плюс 1 до плюс 8. Такую температуру прогнозуют синоптики у новогоднюю ночь у Беларуси. Не по-зимовому теплая она будет и на Гродинщине. Треба сказать, плюсовая температура и отсутность снегу на Новый год у нашем регионе становится звыклой справой. В прошлом году, накануне Нового года, была очень теплая погода. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 7 градусов. На значительной территории области днем 31 декабря, а также в ночные часы 1 января сгущались туманы, наблюдался гололед, на дорогах гололедица. Новогоднюю ночь тогда мы встретили без мороза и без снега. 2022 год закончится также теплой, ветреной и сырой погодой. В субботу, 31 декабря, ожидается ночью преимущественно без осадков, днем временами осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах будут образовываться слабые туманы и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 2, плюс 3, днем будет в субботу плюс 4, плюс 9. Теплыми будут и первые дни нового 2023 года, так что забываем у выходные про зимовые забавы и шукаем им альтернативу. В воскресенье 1 января в нашу страну начнет поступать еще более теплый воздух с юго-запада Европы. И температурный фон по стране окажется на 7-10 градусов выше климатической нормы. Дожди будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью местами по Гродненской области, а днем 1 января во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет плюс 3, плюс 8, днем плюс 8, плюс 13. У белорусов было шмат прикмет, связанных с Новым годом. У тым ліку яны вызначалі па ім будучае надвор'е. Напрыклад, калі ў казачную ноч выпадала шмат снегу, нашы продкі казалі, што студзень будзе снежным, а лета трэба чакаць дажджлівае. Прагноз ад беларускіх сіноптыкаў на гэту навагоднюю ноч дае падставу верыць, што высокіх гурбаў мы ў бліжэйшы час не ўбачым, а лета нас не расчаруе вялікай колькасцю ападкаў.